Всем привет, дорогие друзья. Это Сова, и мы продолжаем с вами обозревать творчество завода подписчиков. Сегодня у нас завод, который мне прислал человек под ником Except. Он хочет поделиться им с другими, если кому-то будет интересно. Так что, если я забуду, обязательно напомните мне, чтобы я приложил сохраненку. В общем, человек у нас играл раньше с модами. Сейчас он примерно на шестом тире, без модов. Все в стадии строительства, перестройки, доделки и переделки. Есть некоторые моменты, где что-то где-то чем-то неправильно заканчивается и так далее и тому подобное. Но, собственно, как и у всех у нас, когда что-то еще не доделано до конца. В сундуке на базе есть джетрак и топливо. Ну что ж, сейчас пойдем посмотрим. Оно нам не пригодится, потому что теперь мы можем летать. Ибо эксперименталка у нас перенеслась на обычную версию. Так что полетаем да посмотрим. Поехали. Так, ну что ж, чем нас встречает данное сохранение? Я прям даже вот конкретно вот этот вид прям конкретно и сохраню. Так, чем он нас встречает? Он встречает нас уже новыми фичами, которых раньше в наших обзорах не было. Теперь у нас есть управление светом, у нас теперь есть накопительные бачки для энергии и прочие другие вещи. Так, у нас здесь огроменная адская шина, круговая, я так понимаю. О-о-о. Да, у нас тут огроменная круговая шина, в которую подключаются другие шины через различные интересные системы. Так, здесь у нас обрывки былых цивилизаций. Так, а здесь хреначится так. Вот у нас маленькая шинка идет оттуда, еще одна маленькая шинка идет оттуда. Распределяется через вот такую вот хитроумную систему и поднимается на разные уровни. То есть здесь подъем ресурсов на уровне, по крайней мере в начале, организован вот таким вот образом. Ну, кстати говоря, можно было как вариант сделать такие хранилища в некоторых местах еще повыше. И вместо вот этого подключаться от них. То есть, где надо больше накопить, где-то надо поменьше накопить. Но это прям, не знаю, это прям если очень сильно заморочиться, можно сделать вот так. Так, ну что ж, давайте смотреть. Так, с круговой шиной понятно, доступ на ресурсы для данной круговой шины у нас тут тоже, в принципе, понятен. Внутри тогда должны располагаться какие-то мощности для отработки всего этого. Так оно, в общем-то, у нас и есть. То есть, есть ответвление с круговой шины. Угу, вот таких вот местах они у нас организованы. Так, раз ответвленница, два ответвленница. И здесь зачатки, ну, видимо, там дальше будет еще что-то. Зачатки для производства каких-то вещей. В принципе, тут на самом деле не суть важно, какие, главный принцип. Такая же у нас история идет. Угу, так вот, по краю цеха у нас заходит в кружочек вот такие вот штуковинки. Так, и здесь примерно такой же схеме организовано, да, производство. То есть, видимо, это будет сделано как постоянно поднимающиеся производственные цеха. То есть, внизу там что-то производится, вверху что-то производится и так далее. Так, а какой-нибудь техэтаж тут, интересно, есть? А, техэтажа тут нет, потому что все это базируется практически на полу. Так, ясно, понятно. Ясно, понятно. Так, пойдем посмотрим теперь, что у нас дальше. А дальше у нас организованы локальные места для переработки ресурсов, уходящих, собственно, на эту шину. Здесь вот у нас делаются слитки металлические. Левые лишние из них просто уходят, то есть производство не останавливается. Все это у нас перерабатывается в билетики. И уползает дальше. Так, это производство металлических слитков. Там у нас производство. Сейчас пойдем посмотрим, чего. Так, там у нас производство прутов, которое, судя по всему, маленечко не работает из-за того, что что-то туда не подключается. Ну, в общем, принцип понятен. Локальное производство, выход на шину, излишки утилизируются, чтобы производство работало на постоянной основе. Здесь такая же у нас история с переплавкой, я смотрю. Угу, так, только здесь, наверное, не утилизируется. Хотя, может быть, внизу утилизируется. Так, вот такая вот у нас тут штука реализована. Любопытная. Так, а сверху
отправляется наверх, где в итоге получаются стальные балки. Эти стальные балки у нас торжественно уходят на ту же самую шину. И идут дальше. Так. Новый год. Новый год здесь прям мое почтение проходил. Было, судя по всему, очень весело, учитывая то, что осталось от Нового года. Так, наверху переработка. Это у нас что такое? Что во что перерабатывается здесь? Перерабатывается у нас сырая нефть в мазуту береговую. Так, полимерная глина сюда уходит, дальше пока никуда не девается. Так, а здесь что у нас? А здесь у нас топливная электростанция, которая в данный момент по каким-то причинам не работает. Ну и ладно. Топливная электростанция, кстати говоря, заделаны сверху для красоты. Любопытно смотрится. Так, ящичек. Не, я обязан сюда заглянуть. Слушайте, здесь специальный поддон для ящичка сделан. И что такое? Мицелий. Куча мицелия. Ну, допустим. Так, пойдем посмотрим, что у нас еще здесь реализовано. Так, здесь у нас реализовано производство пластика и резины. Вот на такой вот штуке. А нефть сюда доставляется каким образом? Где мы находимся вообще? А нефть у нас тогда получается... Так, где у нас нефтетрубы? Труб, я смотрю, здесь, кстати говоря, огромное количество сделано. Половина из них подключена, половина, видимо, будет подключена позже. Так, вот куда-то уходящая штука. Прям трубы проложены с любовью. Так, 4 штуки внутри каркасника. Ну, это без смарта такое проложить, по-моему, было нельзя. Это, скорее всего, на смарте проложить. А то по-любому кто-то будет спрашивать. Это если убрать пересечение коллизий, такое сделать можно без проблем. Так, и уходит это куда-то вдаль, вдаль, вдаль. Так, а здесь такая же история, тоже уходящая куда-то вдаль. Так, ну ладно, мы не будем путешествовать по трубопроводу. Мы сейчас посмотрим, что у нас тут еще организовано. То есть у нас получается центральные цеха и боковые цеха, в которых тоже делается что-то с забором ресурсов из круговой шины. Так, ну понятно, принцип ясен. Так, принцип ясен, сделано прикольно. Так, а здесь внизу чего? А здесь у нас домик для конвейера сделан таким образом. Угу. И там, видимо, тоже домики для конвейеров. Так, все, здесь у нас все понятно. Смотрится довольно монументально. Так, теперь нам надо сделать себе flyfast. И посмотреть, куда ведет вот эта вот история вся. Так, сейчас мы только вот так вот немножечко взлетим. Как будто мы очень быстро бегаем. Так, это у нас, в принципе, по идее, эти трубы должны через некоторое время привести нас к нефтянке. Ну так, по логике. Жух. Так, бежим, бежим, бежим. Да, прокладывать это можно было задолбаться. Так, интересно, зачем две трубы? То есть, с одной я бы понял. Так, а зачем вторая? То есть, тут везде по две трубы прокинуто. Это чисто для красоты, интересно? Или это какой-то имеет фундаментальный замысел? Так, здесь прям... Такого, кстати, ни разу не видел. Кстати, как и вот такого. Вот таким вот образом проложенные трубы, по-моему, в обзорах мне встречаются первый раз. Так, все это у нас выходит вниз. Короче, я так подозреваю, что исключительно из визуальных соображений это сделано. Чисто для симметрии. Потому что практического смысла здесь вроде никакого быть не должно в этом. Так, я понял. Здесь у нас идет распределение и... Откуда-то еще стой нефтянка. Ни хрена себе, это у нас нефтянка, расположенная на востоке, так подключена. А, на западе. Это восточная, та западная. Это надо было, да, это надо было конкретно заморочиться с трубами. Да, получается, у нас западная нефтянка собирается в такую же балалайку, идет туда, и после этого собирается все в один большой кусок. Прикольно. Такой реализации по нефтянке я, честно говоря, не припомню. Ни поездов, ничего. Так, тут у нас интересные опоры для ЛЭП организованы. Так, а куда они идут? А, ничего, это чтобы подключить геотермалку, такие опоры используются. Ну, а, кстати говоря, да, вот такие штуки тоже я уже видел.
Это когда ставится стенка, ставится двухуровневая, а потом удаляется. Получается, как будто все это дело в воздухе через соединитель подключено. Да, это тоже прикольно, согласен. Так, такие уровни опор ЛЭП у нас идут через... через всю, я так понимаю, карту. И заканчиваются где-то... Да, не заканчиваются непосредственно где-то возле базы. А нет, тут, смотри, еще что-то есть интересное. Так, тут какая-то адская мегаконструкция вокруг вот этой вот красной штуки. Сделана исключительно для декора, я так понимаю. Ну да, несет она, я так думаю, что исключительно декоративным. О, здесь еще и вот так вот организовано. Электростанция прикольная. Вот эти вот штуки особенно прикольные. Надо этот самый запечатлеть себе для архива такую штуку. Так, ладно, пойдем дальше смотреть. Это мне нравится. Так, отсюда у нас идет все дело дальше. А здесь забирается еще нефть. Короче, вся нефть у нас собирается в итоге через вот такую вот систему трубопроводов. То есть это отсюда. Отсюда у нас идет нефть, отсюда подальше. Короче, вся нефть вообще, которая есть, собирается в эти трубы. Прикольно. Такой реализации я еще не видел. Все это дело собирается в итоге в одну вот такую вот большую кучу. Часть из этой кучи, получается, еще не подключена. Ну да, то есть вот здесь вот задел на будущее. Так, ну что ж. Концепция понятная, концепция прикольная, на мой взгляд. Так, давайте посмотрим, что у нас. Пропустили мы что-нибудь еще или нет. Этот камень, кстати, выглядит как один большой утилизатор. Только выполненный в камне. Так, у нас тут еще есть вот такая вот водная штука. Ну, это просто вот забор, я так понимаю. Хотя нет, подожди, сюда что-то у нас идет. А, это не вот забор, это у нас электростанция так выглядит, я понял. Идет уголечек, и потом идет на электростанцию, водичка отсюда забирается. Так, все, ясно. Здесь такая же история. Да, и здесь, судя по всему, такая же история. Уголь у нас идет еще и сюда. Короче, две вот такие вот угольные электростанции. Здесь забаханы. Так, а я смотрел электричество, кстати. Что там с электричеством? Так, производится 15, максимальное потребление 21. То есть, если вдруг все когда-то заработает, пробки вышибет. Ну, это маловероятно, на самом деле. Чтобы все когда-то заработало, но тем не менее. Так. Ну, пойдем глянем. Так, что-нибудь у нас еще осталось? Так, здесь у нас трубы. Так, это мы уже посмотрели. Это мы посмотрели. Это посмотрели, это посмотрели. Так. Это вроде как мы тоже посмотрели. Ну что ж. Тогда, наверное, может быть, скорее всего, мы посмотрели все. Довольно интересная концепция. Вот эта вот штука тоже вообще зачет. Люблю всякие архитектурные формы необычные. Пишите, что думаете по поводу данного завода в комментариях. Автору будет интересно узнать ваше мнение. Ну и если вы хотите прислать свой обзор, вернее, свою фабрику на обзор, смотрите соответствующий видос на эту тему, как это сделать. Спасибо, ребят, за внимание. Удачи и всего вам доброго. Спасибо за просмотр, если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.